Пауки, как пылесос, любят пыль затягивать. Сейчас покажу небольшой кусочек. А вот что мы извлекли вот отсюда. Ну, совсем мало пыли. В увеличенном виде. Это, видимо, за 10 лет или больше. Вот таким инструментом можно почистить все, что угодно. Даже бумажник. Хороший инструмент. Компрессор. Вот сейчас вентилятор чуть-чуть шоколадом припал. Сейчас посмотрим, после какой он будет после чистки. Ювелирная работа. Работает не гинеколог, а настоящий волшебник. Увеличение, зум, прекрасно. Кулер стал почти как новый. Да, вот это высокий уровень. Учимся и берем правильные примеры. Хорошего вам дня.